Здравствуйте, подписчики и гости канала. Сегодня магазин «Светофор», который находится по адресу город Минск, улица Крвата, 75. Посмотрим, какие есть новинки, также какие есть скидки в этом магазине. Скраб для тела 2,82, мыло 3,14, 4 кусочка по 85 грамм Малайзия, жидкое мыло зеленый чай с экстрактом зеленого чая мяты, рубль 30. И средство дезинфицирующее для рук, Ситисепт, 1 литр, 4 рубля 25 копеек. Шампунь Дав, 380 миллилитров, против секущихся кончиков, 7 рублей 79 копеек. Также появились и ножи, набор из 3 штук. Нержавеющая сталь, производство Китай, 6 рублей 64 копейки. Набор носков мужских. Есть вот что-то бумажное. Здесь 3 штуки, 3 пары. Хлопок 60%, 38% и эластан 2%. 3 рубля 50 копеек. Это производство Беларусь, Василина. Есть также и полушерстяные за 5 рублей 95 копеек. Шерсти в них 22%. Комплект постельного белья в составе Бязь 46 рублей 1 копейка. Это производство Беларусь. На двухспальную кровать. Простынь 165 на 220. Наволочка 70 на 70. И пододеяльник 175 на 215. Очень большой выбор. Есть смесь итальянская, у нее входит стручковая фасоль, морковка, картошка. Килограмм смеси вам обойдется в 5 рублей 90 копеек. Это производство Россия. Блинчики домашние, замороженные, с курицей. Здесь 1 килограмм. Стоит 4 рубля 59 копеек. В этом пакетике килограмм. Также есть и наггетсы аппетитные, 750 грамм, 5 рублей 79 копеек. Есть из теста, если что, сытный городок, дрожжевое, бездрожжевое, 4 рубля 22 копейки. И клёцки. Клёцки картофельные, 1 килограмм в упаковке, 5 рублей. 4 копейки за килограмм. В продаже появился десерт шоколадный, ореховый. Такой десерт периодически продается в магазине Fix Price. 350 грамм в этой баночке. 3 рубля 84 копейки. Это производство Россия. Масло сладко-сливочное, несоленое Городин, 72,5%, 1 килограмм, это Беларусь, 18 рублей 79 копеек. Есть и на скидке масло крестьянское, 72% жирности, 72,5, 180 грамм, 3 рубля 23 копейки. Как оно выглядит. Написано, что выше сорт. На скидке есть сицилийская колбаса, салями, сырокопченая, выше сорт, 18 рублей 64 копейки за килограмм. В таком батоне 384 грамма, 7 рублей обойдется, 16 копеек. На скидке колбаса ливерная, нежная, 2 рубля 60 копеек за кило. Здесь 754 грамма. Сумма 1 рубль 96 копеек за такой батон ливерной колбасы. Сардина Посейдон натуральная, 230 грамм. Здесь железные банки, Россия, 2 рубля 3 копейки. Есть и тунец натуральный,
тунец для салатов, 2 рубля 98 копеек, Таиланд. Есть и наборчики детские, тарелочка, кружечка, я уже показывала их, и салатник. 10 рублей 5 копеек, это производство Россия. Из новинок появились весы кухонные, весы электронные, это производство Китай. 12 рублей 8 копеек, работает от батареек, батарейки в комплект не входят. Из новинок есть каша мультизлаковая, фрутоняня. Здесь 200 грамм, она идет безмолочная, рассчитана на возраст 6+, месяцев. Россия 2 рубля 70 копеек. Каша овсяная, не требующая варки, с лесными ягодами. Здесь 5 пакетиков с ароматом клубники, черники, малины, вишни и земляники. Пакетики по 40 грамм. Это Россия. 1 рубль 74 копейки. Крупа перлова. 1 килограмм. Беларусь. 1 рубль 17 копеек. Также есть и рис. Длиннозерный фасованный. 700 грамм. Индия. 2 рубля 22 копейки. Сейчас он на скидке. Также есть макаронные изделия. Спираль. 400 грамм в упаковке, производства России, 1 рубль, 1 копейка. И хлопья перловые, 400 грамм в упаковке, также не требующие варки, готовятся за 5 минут, 1 рубль 49 копеек, это производство Беларусь. Домашняя каша кукурузная, не требующая варки. 1 рубль 40 копеек, 200 грамм, Россия. Также есть продажи и гречка. Гречка в упаковке 700 грамм. 2 рубля 3 копейки, производство Россия. 700 грамм. Бумага. Трехслойная, 8 штук в упаковке, 30 метров, Россия, 6 рублей 98 копеек. И бумага Сипта Беларусь в упаковке, она двухслойная, 4 рулона, 2 рубля 23 копейки, производство Беларусь. Дрожжи сахарные ассорти, 500 грамм в упаковочке, 2 рубля. 93 копейки. В магазине очень большой выбор конфет. Конфеты Белиссимо наборы. Есть в двух вариантах. 4 рубля 98 копеек. 255 грамм. Россия. Пирожное Коломбо. Оно со вкусом клубники, вареной сгущенки. 16 штук в упаковке, по 50 грамм каждая. 8 рублей 87 копеек. На скидке изделие хлебобулочное, слоеное, завиток с сахаром, Россия. 1 килограмм, 7 рублей 72 копейки. Есть также в продаже и трубочки, шоколадно-ромовая начинка. 1 килограмм, 100 грамм, Россия, 12 рублей 46 копеек. И сладость мучная, набор 700 грамм. Здесь это производство Беларусь, 4 рубля 35 копеек обойдется. Есть и другие сладости. Набор стаканов 6 штук. Цветных, Россия, 11 рублей 45 копеек здесь. Также есть ваза для мороженого на 102 миллиметра, Россия. 2 рубля 18 копеек. Она из стекла. Это вазочка. Хороший выбор тарелок. Тарелки глубокие. С декором. 22 сантиметра, это Россия, 5 рублей 5 копеек. Обойдется такая тарелочка. Есть и салатники гладкие, с
стеклянная, на 2 литра этот салатник. Россия, 5 рублей 3 копейки. Очень красиво. Чашка с блюдцем, 4 пары в наборе. Россия, 12 рублей. Такая чашечка вам обойдется 92 копейки. Здесь 2 чашки, 2 блюдца. Есть и эмалированные кружки. Это производство Китай. 9 рублей 99 копеек. Блюдо десертное, 20 сантиметров. Есть 2 вариантов. Такими зелеными листиками. Это Россия, 4 рубля 6 копеек. Также есть и прозрачные с белыми листьями. Очень симпатичные. Также в продаже есть и все наборы фужеров, которые я уже снимала. Для вина 6 штук. 12 рублей 80 копеек. Для шампанского 12 рублей 80 копеек. Кажется, дешевле, чем в других магазинах. И набор рюмок 6 штук 50 миллилитров 5 рублей 58 копеек. Все наборы производства Россия. Форма для выпечки разъемная она. 26 сантиметров. Это производство Россия. Она вам обойдется в 14 рублей 26 копеек. Также есть и ковш антипригарным покрытием, без крышки, 16 сантиметров. Гранит Россия, 9 рублей 42 копейки с пластиковой ручкой. Поддон для рассадных кассет размером 530 на 315 миллиметров. Производство Беларусь, 1 рубль 53 копейки. Также есть и кассеты для рассады на 60 ячеек 530 на 315 миллиметров. Такая кассета. Также производство Беларусь, 2 рубля 32 копейки. Емкость пищевая с крышкой на 80 литров. Это производство Туркменистан. Крышка белая, 33 рубля 44 копейки. Есть и цветочные горшки на 13 и 9 литров. Это производство Беларусь, 7 рублей 84 копейки. Продажи есть также и купонные доски, 8 рублей 19 копеек, не деревянные, где-то по высоте 1,5 сантиметра. Есть и корзины для белья с крышкой на 50 литров. Это производство Туркменистан, 14 рублей 63 копейки вам обойдется эта корзинка. Ковер вельвет 90 на 1,60 метр, 27 рублей 95 копеек. Это производство Россия. На этом, ребята, все. Не забудьте подписаться на канал Будни Нади, чтобы не пропустить скидки и обзоры магазина Светофор, а также в магазине Фикс Прайс, Три Цены и других магазинов. Всем пока-пока, до новых встреч!